По многочисленным просьбам девчонок показываю набор краски на кисточку. Перед тем, как набрать краску, кисточку намочить в воде, очень хорошо отжать о салфеточку и проводим набор. Край кисточки опускаем в краску, вытаскиваем. Уголок у нас в красочке. Берем следующий цвет. Уголок опускаем, достаем. Вот на кисточке набрано два цвета. Вот вид с одной стороны, вид с другой стороны. Теперь мы растушевываем. Показатель нашей растушеванности как раз будет наш вот этот вот тушевочный мазочек. Вот эта вот краска растушевана. Второй раз. Первый набор идет для кисточки, а второй уже набор идет для рисунка. Вот. И не надо скакать по всей палитре. Вот это вот ваш мазок, с которым вы будете рисовать полностью весь цветочек. Вот так вот он должен ложиться. Вот это вот красочка растушевана. И все время я возвращаюсь именно в свой первый мазочек. И не скакаю по всей палитре. Тогда у нас будет и палитрочки аккуратно, и красочка красиво ложится. Вот таким вот макаром. Хочу показать виды рисования мака. Мачок довольно-таки интересный и сложный цветочек. Но есть пару таких неприхотливых схемок. Хочу с вами ими поделиться. Ну, вот, например, такой вариант. Главное в мачке соблюсти его, скажем так, форму. Вот уже по форме что-то где-то отдаленно напоминает. Вот так вот еще один вариант. Сильно раскрываем кисточку. Так. Теперь боковые. Как бы ложим. Теперь подхватываем край первого лепесточка с одной стороны и с другой стороны. Выделяем серединку. Опять я кисточку не мою. И рисую серединочку. Добавим чуток беленького. Вот такой экспресс-вариант. Очень распространен в работе салонной. Художества тут как такового нету. Здесь чисто техника, чисто быстро, экспрессом. Листики, да, помним, какие у мачка. Не забываем
что у каждого цветочка своя форма листиков. Ну, вот где-то в таком духе. Вот. Всем удачи!